В Кемерове выяснение отношений между автомобилистами закончилось дракой. Поводом для конфликта стало нарушение правил движения одним из водителей. Происходившее запечатлел объектив авторегистратора. На перекрестке водитель «Жигулей», открыв переднюю правую дверь, высказывает претензии мужчине, управлявшему «Тойотой», похоже, в достаточно грубой форме. Долгое время тот не реагирует, но в какой-то момент нервы мужчины, видимо, не выдерживают. Из салона «Тойоты» выходят трое. Один из них держит оппонента, второй бьет, третий наблюдает со стороны. Потом бой переносится на обочину. Водитель «Жигулей» появляется уже с разбитым лицом и нет бы уйти, но снова высказывает претензии и снова получает удары. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не вмешательство женщины. Побитый автомобилист, его обидчики сели в свои машины и разъехались в разные стороны, еще до прибытия полицейских.